этот вагон, чтобы это самое оружие западного. Котельная завода ЖБИ к отопительному сезону в этом году подготовилась нормально. В сентябре месяце был произведен первый запуск котла номер 5. Он был готовый. И было пробное включение отопления микрорайона. Температуру воды мы подали на микрорайон до 58 градусов. Люди попробовали, что батареи теплые. Но в настоящее время у нас в основном вся работа по котельной, оборудование и котлов, ремонт завершен. Осталось мелочи котлов, ремонт. Основной остался ремонт котла номер 2, экономайзер. Были дефектоскописты с Одессы, произвели дефектоскопию, и сдачу котлоназора необходимо сдать. Ну, котел номер 2 пока не сдан, потому что нету финансов для оплаты дефектоскопии. Будут финансы, значит, у нас второй котел резервный на отопительный сезон будет готов. Коллектив котельный, рабочий котельный настроены работать в отопительном сезоне положительно, и будет работать то, что от котельной завода ЖБИ положено, требовалось, все сделано, и зависит только от администрации района, как будут финансировать, и от жителей микрорайона. Уважаемые жители микрорайона, сегодня мы находимся на котельной нашего завода. Вы слышали интервью начальника котельной, в котором было сказано, что все, что зависело от коллектива котельной, от администрации завода, на котельной выполнено, и котельная практически к зиме готова. На сегодняшний день на котельной уже имеется 2500 тонн угля. И еще должно прийти где-то 1700 тонн. Это, по нашим подсчетам, должно хватить на 4 месяца работы. При том, что температуру будем давать не ниже 18 градусов. Но, очень большое но, если уголь есть и считаем, что он будет на 4 месяца, то деньги на оплату электроэнергии, воды, зарплаты, на ремонт, на все, перспектив пока не видно. Потому что практически ни один житель микрорайона за отопление пока не платил. В администрации района таких денег тоже нет. Потому что практически для того, чтобы отапливать с температурой плюс 18 градусов в квартирах, необходимо в месяц не менее 220 тысяч гривен. Пусть из них 100 тысяч гривен это будет уголь, но остальное все равно должны оплачивать кто-то. А кто-то это жители микрорайона, все мы вместе с вами. Поэтому я вам сказал вначале, что котельная отопительного сезона будет готова, уголь будет, отопление будет, но дать 100% гарантии, что она будет, я не могу, потому что если не будут оплаты за отопление, нас могут отключить от электроэнергии, и на этом кончится все наши, то, что мы старались, то, что мы делали. Для этого еще раз обращаюсь ко всем жителям микрорайона. Хотите иметь тепло в домах? Будьте добры, оплачивайте. В противном случае надеяться на это нет смысла. И еще, что хочу сказать напоследок. Хочу обрадовать тех, у которых краны в батареях, которые пользуются ими для того, чтобы купаться, что очень вредит на отопительной системе, тогда температуру плюс 18 практически создать невозможно. Вся вода будет смешана с солярой. Поэтому просьба напрасно краны не включать, воду не пускать, потому что сколько бы ее не опускали, вода все равно будет со временем солярой. То есть
купаться в ней и стирать в ней практически будет невозможно. Я понимаю, что вы будете обижены, но поймите правильно, в наше время, дай бог, чтобы хоть была температура плюс 18, чтобы вы жили в тепле. А покупаться уже как-то придумано. Есть банно-прачечный комбинат и так далее. Еще хочу сказать, что если не будет оплаты и котельная будет работать, это может привести к полному банкротству завода. А на заводе, кроме рабочих котельных, которых 34 человека, еще 300 человек коллектив завода. И он тоже, как говорится, хочет кушать, хочет получать зарплату и так дальше. Поэтому еще раз прошу, поймите правильно. Будете оплачивать, будет тепло. Не будет оплаты, я не верю в то, что она будет, хотя будет и уголь, и котельная будет готова к зиме. Сколько угля вы купили за 270? Сколько? 2 тонны. Как раз то, что надо пление уходит сейчас. 2 тонны угля. Вы считали, как? Да. О ходе подготовки к работе в осенне-зимний период народного хозяйства, жилья, находится у нас на особом контроле, потому что есть соответствующие распоряжения областной государственной администрации, есть соответствующее постановление Кабинета министров. Ну и просто прошлая зима показала, что нужно более серьезно готовиться к зиме. Всем известно, что в прошлом году наш микрорайон не отапливался. Тут можно отметить просто безответственное отношение некоторых руководителей предприятий города Арциза. Поэтому мы в этом году серьезно занялись этой проблемой. И практически к началу отопительного сезона все те запланированные работы, которые были предусмотрены в наших районных мероприятиях, выполнены, а те, которые не завершены, идут по графику. В частности, уже мы 16 сентября запустили котел на заводе ЖБИ. Пробный пуск отопления в микрорайоне был 18 сентября. Практически один котел к работе в зимний период готов. Обращаем серьезное внимание на заготовку топлива. На сегодняшний день сосредоточено 2380 тонн угля на складе завода ЖБИ. Планируем где-то до конца года получить около 3,5–4 тысячи тонн угля. Ну, этого угля вполне достаточно, чтобы подать тепло и на больницу, и на школу номер 1, и на микрорайон. Но тут вам уже, наверное, говорили о том, что за все это нужно будет рассчитываться. На сегодняшний день по ЖКХ задолжало более 100 тысяч гривен за электроэнергию. Завод ЖБИ тоже в должниках ходит. Поэтому никто нам бесплатно электроэнергию отпускать не будет. И мы можем гарантировать подачу тепла в микрорайоне только в том случае, если люди будут платить за услуги, оказываемые им, в частности, за тепло. Конечно, обращаюсь к жителям микрорайона, к жителям города Арциза, Арциза-2, необходимо оплачивать своевременно за коммунальные услуги. В частности, по Арцизу-2 там подготовлен на сегодняшний день в работе только один котел. А средств на подготовку второго котла, резервного, у них просто на сегодняшний день нет. И чтобы не получилось так, что мы вроде бы входим в зиму нормально, а просто в работе может быть выйти в любое время один из котлов, и при отсутствии средств мы не в состоянии будем подготовить резервные котлы. Хотелось бы отметить, что все-таки люди
с пониманием относится к тем обращениям, с которыми обращаются и городской совет, и райгосадминистрация, и по ЖКХ, и завод ЖБИ. В основном люди пожилого возраста платят за коммунальные услуги. Пенсионеры со своей крошечной пенсией практически своевременно платят за коммунальные услуги. Но более молодое поколение наше не понимает или не хотят понять. И возникает у них задолженность перед ПУЖКХ, перед заводом ЖБИ. И превышает она более 2 лет. Приведу пример. Весь же оказывал завод ЖБИ Арцизский, который на сегодняшний день стоит, услуги. Подавал тепло еще в 1994-1995 году. На сегодняшний день 37 тысяч задолженность населения перед Арцизским заводом ЖБИ. Как может это предприятие, когда на сегодняшний день практически стоит, подготовить, будем говорить, идеально подготовить котельную? Конечно, средств не хватает. На ту же самую теплотрассу, к которой они сейчас приступили, могли бы эти работы завершить еще месяц назад. Но опять-таки не хватает средств на ту же самую минвату, на ту же самую изоляционные материалы. Но работы ведутся. Хотелось бы обратиться к работникам бюджетной сферы. Все-таки в этом году ситуация гораздо улучшилась с выплатой заработной платы в бюджетной сфере. Практически за 96-й год у нас осталась задолженность за 1,5 месяца. Ноябрь и декабрь где-то в пределах 50%. И мы надеемся, что где-то в течение месяца, максимум 1,5, эта задолженность будет погашена. По этому году, 97-му, значит, по сфере образования практически задолженности у нас нет. Сейчас идет выплата сентябрьской заработной платы. По другим бюджетным учреждениям города у нас есть задолженность по этому году только в пределах 25% за май-июнь месяц. Но эта задолженность не должна влиять на то, как видите, она мизерная пока, хотя многие ждут эти деньги, не должна влиять на расчеты за коммунальные услуги. И эти работники должны понять, что всех средств, которые они сегодня получают, надо рассчитаться и погасить задолженность за оказанные уже услуги. Это за воду, за стоки и за тепло, которое будет оказано. Конечно, мы работаем над той проблемой, чтобы улучшить работу наших предприятий и города, чтобы все-таки наше население было трудообеспечено, чтобы было занято работой, и когда эти люди будут получать заработную плату, легче им рассчитываться за коммунальные услуги. Но многие, получая заработную плату на этих предприятиях, многие, работая, я имею в виду, занимаясь предпринимательской деятельностью, тоже не рассчитываются своевременно. А это, я говорю, очень влияет на подготовку всех инженерных коммуникаций, жилья к работе в зимний период. Вот в частности приведу пример. Обращались к нам в администрацию с жалобой жители Дзержинского 3, жители Добровольского 3А. Да, они предъявляют правильное требование, что необходимо отремонтировать крышу, засеклить окна в подъездах, установить разбитую или восстановить столярку, разбитую в подъездах. Но на это все нужно деньги. Их можно выделить только за счет тех средств, которые оплачивают жители за коммунальные услуги. И сколько бы ни жаловались, пока мы на месте не разрешим эту проблему, никто свыше нам не поможет. Поэтому я обращаюсь к жителям этих домов. Ваша крыша будет отремонтирована, если все заплатят, хотя бы погасят задолженность в пределах 50-60%, которая сложилась на сегодняшний день по вашим домам. Ведь чтобы отремонтировать крышу дома Дзержинского 3, необходимо 2790 гривен.
Это по тем расчетам, которые составили работники по ЖКХ городского совета. Специально работала комиссия. Но при обходе поквартирно, чтобы ускорить процесс сбора средств за коммунальные услуги, заплатила всего лишь единицы и собрали где-то около 400 гривней. Это не хватает ни на рубероид, ни на битум, естественно, на зарплату, на другие транспортные расходы и так далее. Поэтому говорить об этих вопросах нужно подходить более серьезно. И прежде чем жаловаться, все-таки давайте рассчитаемся за коммунальные услуги. Проблема по расчетам за электроэнергии у нас на сегодняшний день тоже серьезная. Но если руководители предприятия более или менее с пониманием дела относятся к этим вопросам, то пока на сегодняшний день задолженность по населению у нас растет. И я уже говорил неоднократно о том, что вот эта задолженность наша постоянно будет влиять на те лимиты, которые выделяются нам в осенне-зимний период в связи с дефицитом мощности нашему району. Не будем рассчитываться своевременно за электроэнергию. Никто нам не будет увеличивать эти лимиты, они будут мизерные, и нас будут отключать не то что по 12-14, а могут и более продолжительное время отключать от электроэнергии. Поэтому тоже обращаюсь. Давайте будем рассчитываться.